Я зайду. Об этом. Что здесь делаешь? Для чего это изготавливается? Это пиротехнику изготавливают. Пиротехнику, да? Ну, прибор для приведения в действие электрическим способом. Угу. Куда ты клеить хотел? Я никуда, как видите, дом лежит. Для себя? Ну да. Взял на память, что? Ножи самодельные, петарды взрывные устройства, газовый баллончик, значок движения артподготовка. Исаев, да. К какому движению относитесь вы лично? Артподготовка. Громче. Артподготовка. Я собирался выехать. Для чего? Для участия в революционных действиях. Против кого? Против действующего режима. Время 6.28. Я Луценко Алексей Дмитриевич. С Корном познакомился на прогулке свободных людей на акции «Новой оппозиции». В начале октября он на своем канале «Русский бунт» призывал всех небезразличных людей участвовать в несанкционированной, мирной протестной акции. Он говорит, что хочет акцию провести, поджечь. Но я спросил, камеры, полицейские, все это ерунда, все нормально. Данную акцию он планирует провести с целью привлечения внимания к себе со стороны властей, проводя аналогию с Майданом. Во время разговора Корный заявлял, что причисляет себя к движению «Артподготовка».